друзья мои, всем привет! С самого центра острова, из города Убуд, я приехал на берег океана Индийского. Давайте вместе с вами спустимся и посмотрим, каков же океан на самом деле. Друзья, знаете, откуда берется океан? Вот из таких вот речек. Океан выносит вот такие вот кокосы огромные. Местные жители проводят какую-то церемонию возле океана. Здесь и рынок, и шмотки. Кому что надо, тот может купить прямо на берегу моря. Никому тебя я не отдам. Знаете, что мне нравится в этих вот бананах местных на острове Бали? Я слышал от работника супермаркета, по-моему, это Магнит был или Пятерочка, Магнит в Ставропольском крае, что эти бананы обрабатывают специальным газом, когда привозят их в Россию. Их же привозят зелеными и потом специальным газом травят для того, чтобы они типа доспели. А здесь, уверены, вы покупаете, потому что их сорвали с пальмы и только что, вот сразу же их вам продали. Друзья, приехал я за своей принцессой в Карса Спа. Пойдем вместе ее искать. Посмотрите, какие поля. Thank you.
привет. Ну как ты?